have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет! Пойдем мы сегодня с вами в Bad Business. Тут творится беспредел. Начался рождественский ивент, появились парочка прикольных скинов, появился кодик, появилась куча всего интересного. На какую кнопку лежать? А, X. Ну, хорошо. Ой, я косой, блин. Ну, не надо было брать скин. Ладно. Офигеть! Вот это меня быстро сняли. Я купил себе скинчик рождественского... не рождественского... Слэя. У меня Рождество в голове до сих пор. Пасхального слэйера, то есть чувачка из Дума, только он в пасхальной одежечке такой. Вот. Посмотрим, как сейчас все будет. Я разучился стрелять! Здравствуйте! Полностью причем разучился, офигеть! Я ни в кого не попадаю! Я забыл, что такое разнос на оружие. Я забыл. Ох, вот это сейчас, конечно. Я застрелил парня прямо в жопу. Каким-то образом сделал пришло. Причем меня выносят. Вообще за ней как делать? Ну, да. Легко, потому что... Ха-ха-ха-ха! Мой первый убей! Кил! В смысле, не я тебя убил ножом? Но я наконец-то убил чувака, да! Ох, и что-то кому-то повесил. Да он... Я только высунулся, в меня рандомная пуля прилетела. Это вообще как было-то сейчас? Мне скин не герл. Дай на реал лайф. Я стреляю прям по тебе, давай! Да ёпарь ассист! О, мне засчитали ассист, ну и чё? Блин, офигеть, мы выигрываем вообще без шансов, но при этом меня разносят. Это вообще-то мы выигрываем. Вас осталось убить 20, 25 раз, мы выигрываем. Ясно, 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 всё. Я теперь понял, почему мы проигрываем. Вот этот вот чувак какой-то прям зверюга. Причем я не вижу никаких признаков читов. Он прям реально хорошо играет тупо. И какой у него скин? С зеленым прозрачным автоматом. А, да, мы проиграли. Читай, думал, что мы выиграем. Пофиг. Вот, смотрите, вот мой скинчик сейчас. Пасхального слэйера. 4-6. Неплохо при таком раскладе еще 4-6. А тот человек, который... Офигеть! 41-5! 40 Карл 1 на 5. То есть он убил 41 тушу и всего лишь 5 раз сдох. Это что за терминатор такой? Обалдеть. Вот, ребят, какие скинчики сейчас появились. Появился кролик и появился слэйер. О нет, рандомайзер. Пусть будет рандомайзер. Все плохо. У меня хоть раз... инопланетная пушка. Мне хоть пушки прокачать. А тут что, все против всех? Нет. Стой, да? Нет? Как это работает? Здесь красные против синих. Красные против... Да, ну, спасибо, красные вот. Красные против да, синих. Да. Я чувствую, у меня от этого чувака будет гореть. Я вообще... разучился стрелять, ёпарасоте. Я убил троих. Да, ты убил еще и меня, мне за тебя ассист дали. Так, потом... погоди-ка, а почему мне не засчитали ни одного килла? Так, я думал, там есть враги, а там все свои, оказывается. Почему я стреляю в людей, убиваю их, а мне не засчитают силы? Не надо тебе, обойдешься. Есть! Я кого-то случайно вообще убил, рандомно стрельнул. Так, у меня медленная пушка, это плохо. Я не хочу медленную пушку. После каждой смерти обнуляются очки. Обнуляются качки? Это хорошо. Блин. Чё ты как крыса спрятался, а? А чё ты тут бегаешь за мной? А, так это не ты. Здесь ещё один чувак в скине слэйера есть, только он не такой дуб.
Я понял тебя. Вплотную стреляю, килоин засчитывается. Не надо тебе. Офигеть! О, как? То есть у меня винтовка и у него винтовка. У меня без прицела, у него с прицелом. Естественно, чувак меня хедшотнул. Ну ёпарасоте! Ну парасоте, ёпэ. Как так-то? Нож! Спасибо. Спасибо, нож, чуваки. Лучшее оружие, которое могли создать людишки. Худшее оружие, которое могли создать людишки. Надо. Лучшее. Ты сделал мелкие ошибки. Угу. Только я вытащил нож, спасибо. Короче, ну, я с этой винтовкой никого не убью. То есть я довольно неплохо стреляю из винтовки, но в этот раз я никого не попал, потому что такие быстрые матчи, в таких быстрых матчах я не люблю и не понимаю винтовку, она здесь... Да как так-то? Чувак! А как так-то? Нет, ну серьезно, я к нему подбежал в упор, машу ножом, он прыгает, уворачивается, берет меня с одного выстрела, убивает. Это вообще как? Вот так. Не, ну такого же не должно быть. Не должно быть, но оно же случается. Я двоих людей я ножом... Такой... Двоих людей ножом я затыкал, такой... идите нафиг! Ай, блин, надо было с ножа не переключаться. Вот эта пушка, она тоже так... Нет, так это нормально, когда к ней пристреливаешь, но я забыл, как она стреляет, поэтому... Меня бомбит от чувака с ником Валера. Валера, пришел твой час. Он вашей команде. Какая снайпа, нафиг? Вот такая вот снайпа. Так, мне обратно вернули. Я думаю, с прицела стреляет. ППшечку вернули. Ноускоп я не собираюсь стрелять. Я не один из этих кибернубов, которые стреляют с ноускопом. Я кибернуб? Да. Ну, то есть ты уже не нуб, но ты еще не киберкотлета. Ты кибернуб. Стоп, ты! Гадина такая! Так, ладно, я кого-то ножиком еще затычу. И мне опять снайпу дали. Да ну ёпарасоте! Не нравится пушка, переключайся на рукопашку, да. То есть, ну я так поступаю, потому что... Ну тут со снайпой, я не знаю, как нужно играть, чтобы со снайпой не воевать. А вот у всех такое оружие, то что никого с рукопашки ты не убьёшь. Убил. Вот ты... Убил! Хотел бы тебя убить как? С рукопашки. Блин, какая снайпа? Поменяйте мне оружку. Кто? Дайте мне что-то автоматическое, что? Дайте мне что-то. Я какой-то скин открыл, серьезно. Не-не-не-не-не. Поздравляю! Я на троих чуваков вылетел, офигеть! Какая нафиг снайпа, вы чё? Сколько у тебя килограмм? Вот ты везучий кролик! Я не кролик. Крольчиха. Я и не крольчиха. Я фурия. Да ну блин, вас опять-то, я на ваш спаун прибегаю с ножом. Ну вас нафиг. У меня... Наконец-то я убил кого-то, но у меня опять... Но у меня опять бомбит. Наконец-то я убил кого-то, но у меня опять... Я не знаю, сколько... Почему арбалет не ваншотит? В катке два слэйера, один убил четверых, другой убил 12. Я не знаю, как здесь засчитываются очки, поэтому... Я убил шестерых. О, как же, я ненавижу арбалет, удалите это оружие. Да хорошее оружие, им нужно плохое. Уметь пользоваться. Я больше по автоматическим пушкам. А, видимо, я убил 12. Да, я кого-то убил! Уху! Да, наконец-то оружие началось. Так, ладно, эта катка будет с ножом. Я убил 13 человек. Мы проиграли, но я убил 13 человек. Наконец-то. Блин, я всю катку...
Ну, у чувака 35-12, кстати. Ну, не 41-5, но 35-12 тоже дофига. У меня 18-15. Ладно. Точно. Так, на Legacy. А что у нас Legacy дает? Я не помню. Ладно, поехали, посмотрим. Kill confirm. Давай на Кот. Кот. Бразиль. Полнейшая Бразиль. Ой, я купил себе офигительные сильные очки. Сильные очки. Чего хорошо. Так, ходить? Мы синие. Синяя команда. О, я выгляжу так сильно. Я не успел высунуться, меня уже кто-то нафигачил, блин. Ну, Петру, чё, вы чё? Какого же фиг? Блин! Давайте я тоже ППшку возьму. Ладно. Следующий этот. У меня же ППшка тоже прокачанная. P90. Вообще монстр. Я чувака сейчас чуть-чуть не дострелил. У него там оставалось ХПшечки. Вообще капелечку. Жаль. Печаль, тоска. Ну, мы просирать опять начали. Круто. Я в синий. Я тоже синий, и я всех убиваю почему-то. Чё, убираешь? Нет, я пока убил двоих, но в принципе не очень красиво получается. Я убил уже там. Минус 3. Чувачок с ППшкой. Отвали. Немножко! Да что ты, я не успел выйти в это. Тебя убили? Я не успел в засаду зайти. Там чувак с глушачком, с чем-то хорошим, кстати. Да этот чувак с ППшкой, он вообще на блоге, я его на изи развалил. Нет, чувак с ППшкой, да, я знаю, я же говорю, я его уже два раза убил, и один раз у него осталось там чуть буквально капелька ХПшки. Вот, но, о, мы начали выигрывать, хорошо. Так, не сливаемся, ребят, давайте, собрались. После слов то, что чувак с ППшкой вообще на блоге, умер чувак с ППшкой. Я посмотрю, если я прямо сейчас буду сливаться сильно со штурмовой винтовкой, я пойду тоже возьму ППшку. Но мне пока нравится, что у нее спрей нормальный на больших дистанциях. Крыса, надо их звук сделать. Минус. Граната! Граната! До свидания. А, там снайпа! Я тебя видел. Мистер снайпа, я тебя видел. До свидания, я тебя убил. Я офигеть, не попал. До свидания. Я попал, почему? Снайпа. Просто по ногам. Я стрелял. До свидания, ассист. Это вообще как? Офигеть! Что, кто, где? Это было глупо сейчас, просто я максимально спать. Глупо. Я к чуваку прыгнул, выстрелил в него всю обойму и промазал дофига, и он меня убил. Ну, блин, просто... Хорош полиция, ребят. Я понимаю, что вы любите лазить по окнам, но не настолько же. Хорош полиция. Хорошая полиция, да. Так, пойдем вас прессовать на вашем спауне. Ах ты ж тварь с шотганом! Красные проигрывают. Да, это вы. Оранжевые. Ну ладно. Тварь с шотганом, короче, сел такой в уголочке и чпонь, офигеть. Крыса! Так. Опа-па, кажется, я видел. Смачную крысу. Тварь с шотганом, я знал, что ты здесь. На этот раз. Тварь с шотганом ты убил? Да. Я хотел ее убить. Ты чё?
Не-не-не-не-не, так не пойдет. Чувак с ППшкой, иди ко мне. О, ассист. Хочу. Так, тут он где-то наверху. Тебя поскорей. До свидания. Спасибо, то, что ты мне помог. Пожалуйста, штурмуем. А зачем я сюда пришел? Тут спаун, зачем я сюда пришел, блин? Тут же еще дофига будет, как крыс нерезанных. До свидания, это АФКшник. Не, чувак, так не пойдет. Так, тут наши чуваки пришли. Хорошо, привет. Во, нормально, отжали спаун. Я вспомнил, как играть. Спустя каких-то 15 минут я вспомнил, как играть. В центре люди, спаси. Иду, иду. Красные подходят на центр. Красные что-то начали дофига убивать. Вы чё? Вы чё делаете? Чё вы сливаетесь-то, как клоуны? Смотри, минус 4 человека, это вообще как? Ножом! Ну-ну, чувак. Я захожу, там 3 чувака сидят, дежурят. Я одного убил, второго подстрелил, и третий меня ножом убил, пока я перезаряжался. Красиво, красиво. Сейчас вам будет, блин, Кузькину бабушку. Минус 2. Верните мне хп. Мне еще людей убивать. Так, ну я тебя видел. До свидания. Вот почему я люблю что мою винтовку. То, что у нее дальность просто чумовая. Если бы не чьё СВПшка, которая постоянно оказывается у меня сзади, я бы лучше на первом месте. Да ёлки-палки, у него жизни осталось, ты ему в глаз плюнь, и он сдохнет. Ну как так-то? Второй раз уже такое за сегодняшний матч. Мы у них тупо отжали спаун, теперь они начали спауниться с нашей стороны. Ну блин. Так, вы там убиваете или где? Как же много крыс! Проверяй углы. Ба! Ба! Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Бац! 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 Ох ты ж! Вроде одну секунду назад было так много людей на центре, а теперь ни одного. Ты где, говна кусок? Блин, их двое, этот вышел из-за угла. Я знал, что он за углом, вышел второй. Вот этого второго я не ожидал. Ладно, хорошо, пойдем. Все, надоело, пойду разносить. Крыса! Я не смог убить крысу из-за Эдди. Из-за Эдди? Да, меня убил Эдди с ППшкой. Да ёлки-палки, кролик! Да надо туда прийти, там 3 человека сидит, надо туда прийти, выкинуть их, ну что это такое? То есть я забегаю, я там одного-двоих валю и все. До свидания, не будешь мне тут... До свидания. Офигели вообще, блин, лазит тут. Давай, заходим, ребят, по-жесткому. У нас француз выигрывает. Какой нафиг француз? Ну, чувак, они француз. Так, вы там справляетесь? Хорошо. Давайте мы у них второй раз спаун отожмем. Я никого не убил с гранатой вплотную, чувак! Да кролик, блин, со своей ППшкой! Не, ну, конечно, в такие моменты хочется взять ППшку, у меня есть P90 прокачанный. Но, серьезно, с ППшки на дальние расстояния не очень, там спрей просто огромный, поэтому я пока не знаю, что. Ну, может возьму, может не возьму. С ППшки вот так вот не постреляешь. Ого, ого! Да, и они тоже, кстати, умеют стрелять. Неплохо. Там да, вот этого красного чувака я до этого не видел. Он что-то прям хорошо так зажал. Да не бомбит у меня. Ой. Так, тогда заходим снизу вплотную. Попробуем. А
меня грен больше нету. Да ёлки-палки! Почему у меня была только одна грена? Я не знаю. Я же на спауне две должен был получить. Я заскочил, я думал, что я сейчас туда грену кину. Это как вообще получилось сейчас? Да, чувак, заходим сбоку, давай, ты прав. Тут сейчас лучшая острота зайти сбоку. Да, вот этот вот красный AVG трэп, вообще, что-то чувак разносит, так не дает вообще ни шанса. Прикольно. Ну, не то, что прикольно, но прикольно. Блин, ой, обе грены косые кинул, ну что за фигня? Опять ты крыса с дробашом? Понятно, понятно, хорошо, я тебя понял. Просто на шару зашла, вынесла, ну... Так, ладно, мы пока по очкам вроде как выигрываем, все нормально. Ха-ха-ха, ты думал, а ты не думал. А вот ты не думал, что твое утро сегодня так закончится, да? Нет, я захожу с тобой. Там этот красный чувак. Ай. Ты его кинул на голосование на кейк? Нет. Но я сказал да. Вот я мы в нашей команде, наш парень мне не нравится. Даже шахи. Чего вас так много вылезло, как тараканов понализали везде? Так как ты меня убил-то, чувак? Это о, хорошо, дали хоть ассист за него. 108 ассист, то есть серьезно, я его почти убил. 108 очков ассиста и 150 очков килла, ну то есть, елки-палки. Ну я в него такой стреляю, он берет, разворачивается, бах и сносит меня моментально. Это как-то, ну не знаю, не по-человечески было. О, это там крыса с дробашом опять вылазит, пытается убить меня. Крыса с дробашом. До свидания. Там второй. Минус два. Да я сейчас съем этого кролика. Минус три. Есть, зашли с тыла. Ну черт побери, красное чмо, ну нафига ты вылазишь-то постоянно? Он меня бесит, я только захожу убивать людей, и он берет, вылазит. Ладно, мы в любом случае выиграли. Все, ребятушки, такие сегодня были пострелушки. Кстати, у лучшего чувака 47-12, у меня 30-16. Ну, это уже поближе немножечко к хорошей игре. Я хочу, чтобы этого француза кикнули из этого сервера. Ладно, ребятки, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. И всем покеда. Всем покеда.